Международный мастер некий. Макс Лето. Амариев. Ж4 или А4? Пойдет Максим. Ж4. Ну ладно, у нас с ним уже были такие партии. А, вроде как, ну, мне вот эти позиции больше за черных нравятся. D4. Так, а если E4? Конь C3, конь F6. Коня на F3 не выпустил. На конь B5, конь A6 есть. Сейчас D5. Конь H3. На D5, слон G5. Ну ладно. Сцапал. Так. Напал на конька. Тут у нас сейчас очень интересная рубка будет. Слон H3 нету, из-за ладья бьет F4. И грозит мат на F2. На конь B5 по-прежнему есть конь A6. Ну а что, уже грозит G5. Грозит конь G4, может быть, даже. Просто пешку на C6 подставлю, по-моему, ему некуда ходить сразу становится. Ферзь Е2. Приготовился, Максим, пойти слон H3. Ну что, конь C6. Нападем на D4. Конь B5. Ну, не знаю. Так, король D8 пока, да? А6. Так, ладья F4, конь D4, конь G4. Ну, поехали. Куда пойдет ферзь? А потом вот конь G4 или слон G4? Конь G4, ладья F1, конь H2, конь F3. А, давайте сначала конь G4. Там еще Е3 какой-то ход есть. Е3, слон Е3, конь Е3. Сейчас Еф мат грозит. Н
На ЕФ король d2, да? А на конь бьет f2. Ферзь бьет d4. Может, пока слон c5? Да не, ну ладно, как же. Как же короля на d2-то у него не загнать? Ну и давайте как-нибудь. c6. Конь e2. Коня на e3. На ферзя напали. На слона, на ладью, на все. Так, где бьем? На g2 или вообще не бьем? Ферзь e7, c5, d4. Конь g2, ладья f2, я так понимаю. Ну ладно, съел на f1. Хотя, конечно, маловато будет. То есть стоял на намного больший плюс. Ну и пойдем ферзей менять. Чё, у меня две лишних пешки. Так, я с вашего позволения чуть-чуть приумолкну. Конька арестовали. Очень легкая победа. Если он стримит, надо будет найти это, его стримы вырезать.